3 сентября вся страна отметила День солидарности в борьбе с терроризмом. Напомним, что установленная дата напрямую связана с трагическими событиями 2004 года в городе Беслане, где погибло 334 человека, из них 186 – это дети. В День памяти в Каспийске состоялось возложение цветов и мемориала жертвам взрыва жилого дома 16 ноября 1996 года. Началось мероприятие с речи заместителя главы Каспийска Гусейна Ункилова. Мы отдаем День памяти погибшим в террористических актах, всем тем, кто погиб при исполнении служебного долга, спасая наших детей, женщин, своих товарищей. 16 ноября 1996 года в 2 часа 10 минут в жилом доме номер 58 по улице Ильяшенко произошел взрыв. Жильцами дома в основном были военнослужащие и их семьи Каспийского пограничного отряда Северокавказского округа. Каспичанка Елена Залова потеряла в этой страшной трагедии своих 3 сыновей и мужа. И сегодня она вместе со всеми пришла почтить память погибших. Самое тяжелое для матери – это гибель ее детей. Я писала своим 3 погибшим сыновьям такие слова. Вы не успели много в этой жизни ни повидать, ни сделать, ни узнать. Одно оставив мне на этом свете, лишь образ ваш любимый вспоминать. Вскоре гости мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы у памятника погибших в этой страшной трагедии 9 мая 2002 года. В результате этой трагедии от рук террористов погибло 44 человека и пострадали 170.